Недавно посмотрел любопытный фильм, называется «Другая земля». Он рассказывает историю девушки, у которой все начиналось очень хорошо. Она поступила в крутой университет, жизнь заладилась, но вот пьяная вечеринка по этому поводу, она выпивает и в подвыпившем состоянии садится за руль. И по ее вине происходит авария, в которой погибает молодая семья. Фильм интересен тем, как он показывает это чувство вины, глубоко проживаемое главной героиней. Она по-настоящему чувствует эту боль, она по-настоящему переживает эту вину, она хочет избавиться от нее, ничего не получается, она разъедает, съедает ее жизнь. Она буквально хочет умереть, чтобы все это закончилось. В фильме полного избавления не происходит. Евангелие говорит нам о том, что Христос стал настолько близок к нам, Он отождествил себя с нами настолько, что Его смерть становится нашей смертью. И таким образом даже сама смерть Христа становится подарком для нас, потому что с Его смертью наша боль, наша вина, которая не дает нам жить, которая разрушает нас изнутри, заканчивается. Его смерть становится нашим избавлением.